Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам рассказываю вот о этой газонокосилке. Значит, купил ее совсем недавно, неделю назад. И, значит, от фирмы Браст. Эта фирма, я так понял, занимается всеми огородническими приспособлениями, в том числе, ну, такими вот газонокосилками. Значит, газонокосилки у них разные продаются, это никак не реклама, просто я выбрал, значит, мотор здесь 200-кубовый, вот, и он 6 лошадиных сил. Значит, у него много функций, вернее, у нее газонокосилки. В частности, здесь можно сделать так, что будет выброс у тебя сбоку идти травы. Вот сюда вставляется, потом покажу. Такой специальный, это вот насадка, вот он ее выкидывает тогда сбоку. А также можно ставить там, где вставляется вот этот вот, не знаю, как его назвать, сетка для собирания травы, вставляется другая насадка, вот эта вот, и он тогда ее размельчает, получается трава как мука, вот, без сетки, и бросает ее прямо на траву. Вот, ну такая вот, короче, машинка. Значит, здесь выставляется у тебя высота вот так вот травы. Вот сейчас мы поставим, например, где-то вот тут от 3 до 7 сантиметров можно выставить. Вот, значит, работает на бензине. Обалденный аппарат, он, короче, вот эту вот траву высоты, тут, я не знаю, сантиметров уже 20 выросло, некоторые 30, косит даже вообще, как даже мотор не реагирует, что там трава есть, что нету. Мощный мотор очень. Значит, пришла она в таких двух упаковках. Вот это было сложено, ручка. И, значит, ну и все, колеса только можно, надо было одеть. Колес не было. И колеса спереди маленькие, сзади чуть побольше. И вот сюда заливаешь бензин. Короче, сейчас посмотрим, если у нас бензин тут. Должен быть, потому что, в принципе, мало в прошлый раз косил. Я уже пробный такой скос сделал. Да, значит, один раз уже пробовал косить, косит шикарно. Потом, значит, масло. Масло надо проверять, написано перед каждым стартом. Сейчас мы посмотрим его. Ребята, значит, он уже порезался, блин, чем-то. Ладно. Короче, фирма китайская. Ну, вроде масло есть тут. Ладно, это я потом, я сейчас одной рукой снимаю. Блин, уже порезался чем-то, зараза. Короче, фирма китайская, но эта фирма делает вот эти вот моторы. Это миллионами в год для... Там, где, в общем, Piaggio и Harley Davidson. Я напишу потом в описании, что я, честно говоря, забыл, как, этот, как фирма называется, но она довольно известная. Вот, значит, что тут еще есть? Значит, ну, вот тут на тросике идет газ. То есть, когда заводишь, ты ставишь полный газ сюда вперед. Вот этим рычажком. Это глушитель. И, короче, когда заводишь, вот так вот держишь, да, чтобы завести. Ну, а это сцепление на коробку. То есть, ты берешь, она сама едет. Сейчас мы это посмотрим. Ну, вот, в принципе, основные функции. Да, еще классная функция есть, когда вот ее... ею поработал газонокосилкой. Вот здесь такой вход есть для шланга. Вставляешь шланг, это Гардена обычный, адаптер тут идет. Но это, короче, им призаведенный, берешь и моешь. Включаешь воду, он промывает тебе внизу всю траву, убирает. Вот. Ну, сейчас мы попробуем ее завести. Да, да, прежде чем завести, наверное, все-таки надо попробовать, как насчет масла там. Чем-то надо ее вытереть.
Так, вон бумажка есть. Сейчас тут бумажкой надо вытереть. Надо одной рукой снимать. Это караул, ребята. Ну, масло чистое, я только налил. Ну, по-моему, здесь нормально масло. Даже не надо его проверять. Хотя можно, в принципе. Так. Вытерли. Так, где тут вот love и high английский стоит. Вот так, что у нас? О, high, отлично. Масло не расходует вообще. Ну, в принципе, один раз только минут 5 покосил, завел, пробовал. Значит, заводится тут такое, такая система, что нужно, написано 3 раза. Вот эту помпу нажать три раза помпен мы делаем, раз, два, три. Ну и все, теперь что? Теперь мы ставим здесь полный газ, вот, и теперь одной рукой надо тут держать, а как я буду держать, я не знаю, поэтому сейчас ставлю на паузу и тут завязать надо. Друзья, поставил на вот такую вот, на такой крепеж, чтобы завести одной рукой. И сейчас будем пробовать завести. Сейчас мы дергаем. Шикарно заводится. Ну так. И сейчас поехали. Здесь, короче, можно поставить чуть побольше на длинную траву. И поехали. Вот сцепление включаешь, и она едет сама. Вот так где-то. Вот она приехала. Бросаешь, останавливается. Ну а здесь, короче, потом, если надо, газ убрать. Вот такие холостые. Сейчас прогреется немного, будем дальше делать. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки. Такая четырехколесная моторная техника косения травы. Кошения травы. С вами был Элитарайдер. Всем привет, всем удачи, ждите новых роликов.